Международное информационное агентство «Спутник Беларусь» опубликовало статью об обучении белорусской студентки в Казанском федеральном университете. Своими впечатлениями об учебе в ВУЗе студентка делится в совместном проекте телеканала «Универ ТВ» и Института международных отношений. Все подробности далее. В этом году расширились возможности поступления белорусских абитуриентов в российские вузы. Квота на бесплатное обучение выросла практически в два раза, до 700 бюджетных мест. По такой квоте в прошлом году в Институт международных отношений Казанского федерального университета поступила белоруска Мария Родионова. Своим опытом поступления в вуз по квоте девушка поделилась еще несколько месяцев назад во время видеомоста между КФУ и информационным агентством «Спутник Беларусь». Оттуда же спустя некоторое время поступило предложение снять мини-сериал об учебе Марии в ВУЗе. Мы обсуждали возможности какого-то медийного сопровождения и продвижения, может быть, даже Казанского университета на территории Республики Беларусь. И вместе с журналистами телекомпании «Спутник» мы обсуждали то, каким образом это можно сделать и как можно в том числе осветить Машу дело, потому что она на самом деле достаточно известная девушка в Беларуси. Она участвовала в конкурсе, связанном с танцами, который шел на телевидении центральном, и, соответственно, она это узнаваемый образ, скажем так. Мы хотели бы дальше уже сконцентрироваться, может быть, на отдельных областях, связанных с ее учебой. Она является студенткой Института международных отношений, изучает языки, в том числе восточные, и смотреть, как она учится там. В первой серии, вышедшей на телеканале «Универ ТВ», Мария Родионова рассказывает о Казанском федеральном университете, прогуливается по университетскому городку, делится впечатлениями о жизни в общежитии в деревне Универсиады. Также девушка показывает достопримечательности Казани и раскрывает историю столицы Татарстана. Все это в окружении своих друзей из института. Это ребята как из регионов Российской Федерации, из нашего города, из Казани, но также и ребята из дальнего зарубежья. Если вы посмотрите этот видеоролик, то вы увидите, что ребята из Бенина там присутствуют, из Болгарии, и все действительно являются друзьями. То есть это не просто показуха, да, это действительно друзья, которые решают совместно проблемы, вместе занимаются, вместе ходят на учебу, в библиотеку, и вместе также живут. Это действительно очень интересное мероприятие для наших студентов, для наших абитуриентов, поэтому мы всех приглашаем в Казанский университет, и теперь мы очень надеемся на то, что ребята из Беларуси действительно к нам приедут. Отметим, что сегодня в общей сложности в Казанском федеральном университете обучаются 6 граждан Республики Беларусь. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.